Итак, 10 лет назад мы с Корифаном пытались пройти этот маршрут. Маршрут через дикие столбы в Наману по Манской тропе. Поискать, убедиться, есть Манская тропа или нет. Так вот сейчас я пытаюсь это сделать один. Значит, час, 2 часа я был в пути. Это скала. Скала Манская Баба или Манская Стенка, я их все время путаю. Вот я сейчас пришел, переодеваюсь. Я шел в шортах и в майке, и в кроссовках. И одеваю сейчас энцефалитку. Энцефалитку, все, одеваюсь, потому что там дальше. Проблема в том, что там дальше закрытая территория. Туда типа ходить нельзя. Там буферная зона, разрешение мне получить не удалось. Мотивировали тем, что сейчас медведи вышли из спячки, как бы активные чересчур, и лесные пожары, как бы пожароопасная ситуация. Значит, я с новым рюкзаком, благодаря, который появился благодаря зрителям, мы все, все скидывались, башляли, в обсуждении канала была информация. Вот он, новый рюкзак, Дётер Air Contact Pro 70+15, вот это он. Значит, вот я уже сваренную кашу принес. Вот я ее дома сварил, чтобы здесь перекусить. Вот после 2 часов входа ее немного сейчас бахну, половинку съем. Там около 300 грамм. Вот пепси я уже попивал, чтобы так сахарок маленькими дозами закидывать, чтобы мозг не голодал. Вот, в принципе, что еще? Ну, рюкзейшн, он вообще охеренный, короче. Я потом про него еще, может быть, расскажу, покажу. Я просто выбрал лучший рюкзак, который посчитал. Вот, шмотки все вообще просто, короче, мокрющие. Ну, она мокрая, короче, полная. Полностью как и шорты. Здесь, вот здесь еще лежит снег. А с фокусом в этот раз может быть проблема. Сегодня 22 или 21 мая. Мне идти туда дальше на крепость. Если меня никто нигде не развернет, не поймает, короче, я надеюсь, я пру дальше. 2 часа в пути. Пройдено, наверное, 10 километров. На крепости будет, кстати, снега, а еще вон там красивые, на крепости будет 13 км, примерно, приблизительно, маршрут будет в описании видео, он будет весьма условный, короче, я что навигатор не пишу, вот. До крепости идет вот такая тропа, идти по ней одно удовольствие, реально. А, значит, Мана я не назвал, Мана — это река. И вот эта Манская тропа, она была когда-то давно в СССР, черт знает когда. Есть очень старые фотографии, как вот это все СССРовское туристическое движение там по ней ходит. Их очень мало, этих фото. Манская тропа, она пересекает, можно сказать, полностью заповедник и выходит на Ману, на реку Ману. Мана впадает в Енисей, как бы. Вот. И вот я говорю, 10 лет назад мы с Корифаном пошли этот маршрут. Но он пошел в новой обуви в берцах и стер ноги до мяса, короче, очень быстро. И мы вообще нисколько не прошли, и пришлось вернуться. Вот, сейчас я пошел один. Сейчас главное дойти до крепости. Там боль дальше я никогда не был. И попытаюсь уже ориентироваться и двигаться в сторону старой Манской тропы, которая есть на генштабовских картах. Я примерно знаю, как ее искать. Ну, то есть, она же там нарисована, в конце концов. Навигатором пользоваться не буду какое-то время. Надеюсь, вообще не буду. Вот. Все, иду на крепость, там далее на развалы, и примерно с развалов будет маршрут, если меня, конечно, не запалят. Иду в кроссах. Что-то нахреново вообще видно, короче, в этот раз. Да нет, наверное, нормально. Иду в кроссах. Вот это сверху сплавовские носки, самые тонкие какие-то, черные, хрен знает какая модель. А под ними я купил в Покрове у нас Dex Shell водонепроницаемые. Они стоят, короче, они стоят пи***ц, они стоят косарь 100, пара носок. Но вот я решил попробовать, короче. Правда, сейчас здесь уже сырые места закончились. Здесь постоянные вот такие болотинки на низких переходах. Я вот решил их как бы потестить. Да, вообще пока вроде ноги сухие. Вот. А сверху вторые носки я одел для того, чтобы меньше изнашивались вот эти дорогущие декшелы. Посмотрим, как они себя поведут. У меня берцы в рюкзаке мои БВ-2005. Но я что-то пока думаю так попробовать походить. В пути где-то 2.30, наверное, 2.40. Кашки немного поел, грамм 150 вареный съел. Вот такие переправы встречаются. А что за речка, сказать не могу, карты у меня под рукой нет. Вот, и так все нафиг намыло.
Ну, сейчас как бы я как-то вот здесь прокорячусь. У меня экшн-камера с собой, та самая. Но я как бы, наверное, что-то пока ее не хочу доставать, заморачиваться. Это, наверное, один из немногих таких бродов. Вот. Ну, можно идти прямо вот так вот, короче, в кроссах по воде. Но это идиотизм, как бы лишний раз их мочить сильнее, там они тяжелее будут от этого. Поэтому вот, ну, буду корячиться, перебираться спокойно. В пути 2:57. Время, что-то я опять просрал кучу времени, уже 2:30 в реальности, как бы. Ну что, как бы все, сейчас я вот валяю. Вот цветы, кстати, первые. Нет, ну не первые цветы, которые я в этом году увидел, но просто цветы. Так, кстати, вот эти вот непромокаемые носки, бля, немного и прощают на самом деле, действительно. В них, когда ступаешь во влагу, сразу холодит ногу. Ну, как обычно, да. А потом она типа высыхает, видимо, нагревается и становится нормально. Только при этом еще нога сухая. А если, ну, обычные носки, то, ну, тоже нога становится теплая, как бы высыхает вода, если ты движешься, идешь. Вот сейчас вот я наступила, но бах, мне прямо сверху на ступню налилось. Сейчас она просочится, выльется, согреется, и все нормально будет. Ну, как бы прямо сухо. Вот. И дело в том, что клещей я еще ни разу пока не видел. Может быть, потому что они вдоль троп. Сейчас я вдоль троп иду. И здесь что-то какие-то меры принимают. Как бы, может быть, поэтому. Как увижу, наверное, сниму первого в этом году. Итак, я на барьерах. И вот уже первые следы Михаила Михайловича. Раздолбанный муравейник. Барьеры выглядят примерно вот так. Огромные скалы, достаточно большие. Я истекаю потом уже, как не знаю кто. Сюда меня привела тропа с метками. В пути ровно 4 часа. Так, сейчас настрою несколько удаленный фокус. Тишина, клещей, короче, немерено. Снял, наверное, уже с десятка полтора. Ну, как бы я уже их перестал сжигать, короче, просто потому что не напасешься времени и спичек. И я их стал скидывать. Нифига здесь прикольное какое место. Фу, воняет дерьмом, честно сказать. Это или что-то это самое, или перегной какой, или непонятно. Отсюда, кстати, может быть, даже город можно увидеть, если присмотреться. Но, наверное, нет. Отсюда вон там где-то еще, далеко-далеко, видать, крепость. Вот здесь офигенное просто место. Вообще отсюда не хочется уходить. Вот тут прямо вон бархат. Бархат – это засолнечная сторона, судя по всему. Офигенно, короче. Так, клещи. Короче, очень обременительно постоянно осматриваться клещей. Я даже снял с задней половины энцефалитки, как бы вот, ну, скажем так, градусах на 150 примерно. Ну, то есть, надо внимательно, короче, бдить, и они такие, как бы активные достаточно сейчас. Все, отсюда примерно... Порядка десятки, мне кажется, надо мне пройти, чтобы в кое в каком месте интересном заночевать. Я его как бы пока не буду раскрывать. Если я его найду, то я там заночую. Ну, те, кто постоянно как бы попаливают мои видосы, они могут предположить, что куда я стремлюсь попасть. Вот тут уже непонятно, тут бы с тропы с этой не сбиться. А то я вдоль горы-то попер. Ладно. Пару раз меня пугали, рябчики взлетали внезапно неподалеку, пищат здесь они. Постоянно. Короче, нифига, что я нашел. Вот так вот идешь, типа по тропе, да? Бах-бах-бах-бах-бах, вот слева скала. Ты такой идешь к ней и палишь вот сюда. Вот-вот. Я сейчас как бы скрыто еще, не видно. Вот тут как будто такая дыра. А вот туда бах. И там чуть ли не вертикальная такая. Вон туда уходит, короче. Вот это я камеру держу градусов по 45 вниз. Ну, то есть как бы жестковатое место такое. Вот моими глазами видится оно особенно прикольно. Ну, как бы это сделать? Вот, как бы вот так примерно горизонталь, а вот так вот бах, туда такая расщелина. Нифига, можно что-нибудь по пьянке туда завалиться запросто, мне кажется. Ладно, дальше валю. Еще валить немерено. О, нифига отжиг. Нифига себе, во, сейчас покажу. Завязи, зависть на шишках. То есть эта зависть означает, что, по-моему, в следующем году будут шишки. Не то в следующем, не то в этом. Ну, как бы не суть. То есть это вот уже говорит о том, что будет шишкарный год. Либо этот, либо следующий. Но если они как бы на следующий год вроде как вырастают, так вот это, наверное, прошлогодние могут быть же. То есть, значит, в этом году будет шишка. Ну и тем не менее, как бы вот тут уже скала, снова подхожу к какой-то скале. Это все барьеры, я так и думал, как бы. То есть такой и был план. Интересно, будет дальше от них какая тропа, нет? В общем, что, все плохо.
Ну, плохо, как всегда. Вот туда куда-то сходил, здесь 50 метров, наверное, посмотреть. Но здесь что-то потенциальное, похожее на тропу. Бля, снял, наверное, штук 8 клещей. Все ползут снизу, вот именно с обуви. Штук 8, и большие, и маленькие, и всякие разные. Сейчас, короче, посмотрел примерно. Бля, до хера еще валить. Просто да не, вообще немерено до места, где ночевать. Ну, короче, честно сказать, как охота соскочить с этой, со всей моей темы. Но надо, я сейчас пойду. Вот здесь вот вроде что-то типа тропы. Сейчас я попробую ее гляну. Где-то тут они должны же быть все же, какие-то тропы. Ну да, это что-то типа тропы, ну хотя здесь походу все в них. А основная тропа, которая хорошо подсвечена, она все, ее не стало. Сейчас ворон вот здесь здоровенный пролетал, а меня не слышал, видимо. Тут где-то присел, я с ним заговорил, он упорхал. Стоило мне, короче, тут немного погрустить, что я все просрал, тропу, все, сейчас буду превозмогать. Почему-то на меня такая наваливается апатия, когда я теряю тропу. Это вообще, короче, абзац. И вот, только что я сейчас был в кадре красная метка. Я перешел буквально на ту сторону. На ту сторону вот этих вот скал, где вот я только что говорил, что до хера клещей. И все, и сразу увидел, короче, пункт. И вот они, вот, вот, сейчас, видно, бля, нет? Вот так. Вот они, ползут, два, сейчас наведу. Ну, вон, там проскочило. Два там. Один еще вот тут под жопой сразу. И один еще на этой ноге, вон он. Бля, вообще, я говорю, жопа место. Все, быстро, пока они высоко не поднялись, я их сейчас убираю. Короче, это отжиг вообще, реально. Уже передвижение напоминает фильм. Напоминает зону боевых действий передвижения. Вот эти метки идут, но это, блядь, пиздец, реально. Не знаю, наверное, видно уклон, может быть, за мной, сзади. То есть вот оно, блядь. Вот такая вот гора, бурелом. Что забавно, клещей здесь я бы пока не увидел ни одного. Я в пути ровно 5 часов, уже 4:30. Ну, блядь, жажда адская. Я что я такую пенку пустил? Я не набрал воды там на Калтате, блядь. А та тропа, вот, она прям под углом, вот по этому косогору. Вот эти метки. Это ужас реальный какой-то, блядь. Еще у меня, короче, выходной вес рюкзака вместе с рюкзаком составлял 20 или 21 килограмм. Мой собственный вес был 85,9. Посмотрим, с каким я приду обратно, если я приду. Но тут, как бы я говорю, абзац. О, еще в кроссах. Было время, когда я был им рад, сейчас я не рад. Во-первых, я носки наверняка все эти угандошил. Качественные, которые непромокаемые, блядь. Вот. И жажда. Я уже пепси хлебнул, короче. Но пепси у меня была несколько на другой случай, чтобы... Ну, я уже говорил. На какой... О, бля. Вот такой уклон. Должно быть видно. Обливаюсь потом. Абзац какой-то. Неописуемое, блин, ощущение. Все, боевые действия продолжаются. Потеряна, короче, тропа. Тут же найдена новая. С желтыми заметками на стволах, старыми. И все, она тоже растворилась, она потерялась. Вот как сейчас выглядит вот это место для движения. Короче, я просто, блин, не знаю, почему-то так стрёмно почему-то двигать без, ах ты, без тропы какой-либо, без каких-то меток, вообще жопа. Меня это в какой-то ужас сразу вводит. Видно, с непривычки. Короче, я сейчас ускоряюсь, ну нахрен. Пойду вниз на ручей. Там будет тропа. Какая-нибудь тропа точно будет, короче. Наверняка вдоль ручья. Она, во всяком случае, на старых картах есть. И забавно, что шел кучу времени, и не было ни одного клеща. Причем сейчас, недавно, я снял одного примерно с плеча. Это абзац, это плохо. Короче, я уже, видать, загоняюсь, просто нервирует меня ситуация, когда непонятно, куда идти, как там, что. В общем, плохо все кажется сразу. И тут еще буреломы, я в красачах, все никак не могу их переобуть. Все, ништяк, подошел к Калтату, судя по всему. Калтат, наверное, это же он, да? Фу, ну это не сухой, ничего, это именно, наверное, Калтат. Да, это Калтат, он здесь заболоченный. Сейчас я вон там он шел. Там сплошной корчкарник с водой. В тропу никакую не пересек. Интересно, здесь глубоко? Наверное. Ну, наверное, да. Ну, я не к тому, чтобы там это... И вот, ну, вообще просто интересно. Сейчас я вон там он перейду его.
по дереву и буду там искать тропу. Все. Короче, нашел тропу. А, перешел на другой берег. Вот они, желтые метки. Но видно, что они старые, короче, старые, древние. И реально, как таковой тропы здесь как бы особо я не вижу. Но, наверное, это лучше, чем ничего. То есть это... Я еще, кстати, ну, херово я поставил камеру, но ладно. Ой, спина, наверное, мокрая будет, посмотреть на нее надо будет. Короче, я к чему? Это еще не манская тропа, нисколько. До манской тропы, до пересечения с ней еще вообще немерено. Сейчас 5 часов, 5, 6, 7, 8. Но еще часа 3,5 можно точно валять. Просто вода-то талая, ее сейчас пить сырой нельзя, кипятить некогда. Короче, сейчас я попробую, попью. Она здесь холодненькая, хорошая. И дальше валиваю. Короче, карта. В общем, вот так. Вот так будет пролегать мой дальнейший путь. Все, без вариантов. А какую-то часть пути будет вот так вот. Ну, то есть, никакой перспективы здесь нет встретить нормальную хоженую тропу. Я думаю, еще километра 4 точно. Точно. Ну, как бы все, жопа. Вот так. Я вот, бля, не знаю, какая скорость сейчас примерно. Ну, вот прям сейчас. Километра 3 в час. 2. Меньше. Я, блядь, постоянно осматриваюсь. Еще бы, вот и знать бы заведомо, ну, заранее, что клещи, ну, не будут до меня докапываться. И это бы, ну, сократило время дохода. Потому что я иду, и через каждые, там, 20-30 шагов я кидаю взгляд на ноги. Осматриваюсь. Ну, короче, жопа, валю. Вообще, это что-то утомительно оказалось. Не так все просто. Гораздо сложнее, чем я представлял. Все получается пока. Да, сезон, открытие сезона. Ну, я подумал, что пока еще зелени большой нет, пока есть время, надо идти, потому что потом мне бы это стоило больших нервов, когда зеленка сплошная уже стоит. А сейчас еще так нормально. Зелени-то вообще нет. Да, ну тропа бы, конечно, мне сейчас сильно помогла бы, меня выручила. Вон в бурелом опять захожу, все. Ладно, буду смотреть клещей. Короче, отжиг. Несколько минут спустя нашел козью тропу. Вот оттуда пришел. Ну, тропа пришла, я пришел вон оттуда. Вот, вот. Нашел тропу, всю стоптанную козами. И нашел банку. Банку. Банка валялась на земле. Я ее зафиксировал вот так. Вот здесь может быть что-то видно. 199 КС в букве В и 8. Можно будет расшифровать, что за банка. Я с фокусом сейчас не... О, нифига отжиг. О, бля, отжиг. Тропа вон куда пошла. Во, нифига прикол. Я сейчас пойду по ней посмотрю. А зарубки вижу вон там. Не зарубки, а метки тропы. Нифига прикол. Ой, вот еще здесь как раз попало в кадр. Сейчас я гляну. Но это козий. Это чей? Лосиный же помет, наверное. Я точно не знаю. Но вроде не козий. Наверное, лосиновый. Да, вот здесь эти красотки приходят на тот берег. Вон туда. Прямо здесь по этой реке. Может быть, это старая пешая тропа, и они ее освоили. Но я по ней не пойду. Я пойду вдоль по заметкам. Звериные тропа, ну и нахрен. Они наверняка сейчас уже клещей нацеплял здесь. Клещей просто какой-то абзац. Это реально. Нахера я пошел в такое клещевое время? Конец. Я говорю, если бы не зеленка, я бы позже попер. Но, бля, клещей местами. Просто шквал. Они как, блядь, как комары, как муравьи, короче. Жопа полная вообще. Все, иду назад. Вот оно, напоминание о том, что здесь когда-то все было хорошо. Это второй столб, который я заметил. Покосился уже. Видимо, людям здесь не очень-то нужно сюда ходить. Я их прекрасно понимаю. Зачем я пошел в этот маршрут, тоже непонятно. Но мы давно хотели, я говорю. Правда, несколько другим путем с Корифаном пройти, но... Я вот сейчас этот, может даже этим, хрен бы его знал. Я вот сейчас только его вижу более или менее интересным и каким-то реалистичным. Вот. Ой, блядь, столько еще идти, просто конец. До самой реки, до Маны, километров 20. Ну нет, вру, уже сейчас поменьше. Километров 15. Ох, дорога бы, тропа бы хоть. Вот здесь как будто вытоптано хорошо все. Все в помете. Нормально. Вот здесь есть такой перегон небольшой. По нему можно ускориться. Нормально. Думаю, так, наверное, дальше и будет. Вот здесь вообще вон как.
Вон, нифига, нормалек. Ну, это здесь очень быстро все меняется. Здесь буквально 50 метров, и все изменилось до неузнаваемости. Все, короче, шутки кончились. Одел берцы. Бля, вообще в них так неудобно после кроссовок. Вот такая жопа, короче. Все, носки, кроссы сейчас обратно упаковываю в пакеты. Пакет, все, и короче пру, я сейчас немного беру, стараюсь здесь брать повыше, повыше, не там прямо понад рекой идти, а немного тут выше по лесу, уклон небольшой, ну в плане вот такой, но он хоть здесь меньше валежника, идти как-то оперативнее получается, но очень медленно я сегодня иду, все. Короче, абзац, в пути 7.35, еще идти километра 4. До возможного места ночлега я походу не успею, скорее всего. Ну, абзац, времени не хватит, скорость километр в час, не больше. Когда совсем тягостно становится, я пью. Короче, вот эта каша сейчас оказалась на вес золота. Я уже, наверное, до конца не дойду, если не пожру, уже что-то дурно совсем. Я прям так сейчас съем прям эту кашу. Блядь, здесь столько каши. Можно было пожрать уже давно. Ничего больше нет. Ни шоколада не взял, ни мармелада. Что-то вообще пенку пустил. Надо было хоть шоколадку взять. Хотя бы одну. Весь поцарапался, морду поцарапал. Клещей снимаю немерено. Пиздец. Часа три до темноты осталось. В общем, иду, и настроение поднялось. А поднялось оно из-за чего? Я врубил навигатор. Кстати, вот прекрасное дерево, ободранное птицами. И он мне показал, что примерно до Манской тропы, ну, примерно 500 метров. Единственное, что... Я-то иду параллельно реке, а они там будут сближаться, то есть сближаться, но не пересекаться какое-то время. И вот мне сейчас, чтобы на нее выйти побыстрее якобы, ну я так подумал, надо скоропостижно, короче, забирать сейчас влево, в гору. Я думаю, что сделать-то, наверное, воды возьму, сейчас полторашку налью, где-нибудь найду место получше, еще немного пройду. И начну уже срезать и мониторить тропу, пытаться ее вычислить. Она, скорее всего, ну, она, скорее всего, тоже была очень давно в совке. И там от нее мало, может быть, мало чего осталось. Я не нашел вообще никакой инфы. Вот. И поэтому я пошел, как бы, мне это давно интересно. Ходить на ман, вон там, прикольно. Так, я сейчас шел, тряс, ну, это как бы все же понимают, что... Абувигат и тряска, это, ну, нормально. Еще я сегодня снимаю без стабилизатора. Как бы хрен знает, если кто-то заметил разницу, там, скажите, но мне только, блядь, один раз, там, не надо, чтобы миллионы мне писали. Ну, по этому вопросу. Короче, все, не знаю, что делать. Вот куда-то что-то пошла, куда-то вот тоже путь. Ну-ка, сейчас я, в общем, окончательно сверюсь с навигатором и приму решение. Еще давно замутил такую тему, повешал кружку на ремень и... Металлический звук, которого так опасаются Михаила Михайловича. Иду так уже, наверное, часа 4 дубашу. Она существует! Вот она! Охуенно! Охуенно! Как охуенно! Вот она! И в отличном состоянии! Сейчас я в двух словах расскажу, как все было. Не то, что эта травка может мешать, наверное, же не страшно, это же природа. Короче, там вот когда я выходил, говорил, что там-то тропа, там 400 метров чем-то, около того. Все, я достал компас, по навигатору посмотрел азимут, и вот по азимуту, ну, задал 130 градусов и пошел. И все, и я говорю, не верилось вообще, я почему-то думал, что это как всегда, вот куда меня дороги только не вели,
вот такие вот подобные дороги. Я никогда не приходил к путевой дороге. Всегда была какая-то жопа, ее вообще не было, например. Ну все, теперь только вот валить по ней, наверное, я даже не знаю сколько, километров, наверное, 4-5. И там, возможно, у меня будет шанс по-человечески заночевать. Как бы я им не горю, как бы этим шансом сильно. Вот клещ, например, гнида одна уже пошла. Я их уже устал, я их вот так скидываю. И на всякий случай с палки его смахиваю. О, как я запарил, блядь, тропа, какая тема. Манская тропа, вот она существует. По карте можно будет проследить, откуда она идет. Она идет с района Базайхи. Она существует. Надо, чтобы этот маршрут был, в принципе, туристическим. Это же охеренно, насквозь пройти заповедник. Вот если вот этот мой путь в этом походе сложить в прямую линию, он пересечет весь заповедник по длине. То есть я сейчас захерачу маршрут длиннее, чем сам заповедник. Ну, примерно, может быть, и не по диагонали, конечно, но через основную его часть. Все, сейчас буду валять нормальным темпом. У меня с собой 0,6 воды. Я залил бутылку из-под пепсиколы. Во, блядь. Ее чистят. За ней следят. Почему же нет информации? Наверное, потому что это заповедник. Ладно, я буду вести себя потише. И выхожу активно. Как же охуенно, когда все получается. Вот когда так, как хотелось бы. А если бы сейчас не было тропы, это бы вообще все в муку превратилось. Оно и так мука. Но приятно, так офигенно, что вот как-то я верил, во-первых, в нее, что она есть. Звуки, что ли? Блять, клещей сейчас только что снял себя, 3 штуки, как только вышел на тропу. Ладно, все, иду. Адски воняет животиной. Ничего не могу понять. Уже весь и заглядывался, блять. Сильно тут абзац, просто вонь, как в зверинце. Сильно стараюсь не шуметь, достану сейчас баллон. Выкину палку, она мне послужила очень хорошо. Вонь, блядь, адовая вонь. Может быть, это конь какой, черт, не знаю, вообще. Просто как напахнет, аж ужас. А что, запросто? Тут, наверное, не люди, а медведи поддерживают эту тропу. Жутковато, жутковато стало. Ну ладно. Застегивать не буду кофр для фотика, если что, сниму. Короче, куда-то дальше валяю. Судя по всему, вот эта дорога идет на некий кордон. Сама Каштаковская тропа, ой, Каштаковская, ее помать, а сама Манская тропа ушла там по низу, вероятно, я не уверен, но думаю, что так и есть. Короче, я сейчас решил идти вот на, ну, вот на этот типа кордон. Хрен с ним, если там будут егеря, ничего страшного. Я думаю, там никого не будет, сегодня выходной. Я там заночую, сориентируюсь и завтра отправлюсь дальше. Ну, либо меня выдворят во свояси куда-то, блядь, не знаю. Медвежатиной больше не воняло. Иду с баллоном. Нашел фотоловушку в тайге. Такую, какую у меня уебали. Ну, как бы, прикольно. Помахал ей рукой. Дальше иду. Темнеет, пиздец, уже надо бы уже на ночлег. Я сейчас ускоряюсь, поэтому. В пути 9,5 часов и времени сейчас 21 час. 76 градусов азимут, 120 метров. Там должна быть эта изба. Либо изба, либо там абзац, либо там ничего нет. И я встреваю и просто быстренько тогда ставлюсь на ночлег. Скинул пару клещей сейчас. Вот еще один подходит. Клещей реально, просто, блядь, пиздец. У меня нет других слов. По-другому нельзя сказать. По-другому скажешь, соврешь. Наверное, сотню я уже сбросил. Сжигать их просто не вариант сейчас. Все, сейчас его скидываю. Ну, не видно это, я так скидываю, и все, дальше в путь уже почти нахрен, уже совсем сумеречно. Не уверен, что фотик воспринимает адекватно картинку и освещение. Но вот так видно. Это самое. Полукордон. Я не знаю, что это, я туда выхожу, все. Если там кто-то есть, собаки, там не знаю кто, но буду как-то контакт налаживать. Никогда в жизни не мечтал, что мне так фартанет. Никого нет.
Это баня, отличная баня. Отличный дом, даже с термометром. Это просто, это сказка. Я сейчас зайду, посмотрю туда. Ёпа-мать, это мечта. На градуснике даже температура показывается. Температура, ну, у меня не макрообъектив, порядка 7 градусов. Порядка 7 градусов, а клещи как оголделые. Никого нет, я уже посмотрел, баня полностью пустая. Даже не, ну, настежь открыта дверь. А вот дом, дом вот так. Подперли его. Ой, дом. Так, сейчас я смотрюсь от клещей. И нет там никого. Топор с железной ручкой. Так, как следует, сейчас я смотрюсь от клещей, чтобы туда не занести. И зайду. Да, один вон он, гнида есть. Ох, вот это место, кедрач. Очень хорошо. 10 минут искал фонарик, кое-как нашел. Захожу сразу и сразу снимаю, чтобы потом, ну, все, чтобы было по уму. Топор такой здоровый, железный. Колун, точнее. Ну а что, здесь нормально? Подтапливало здесь, наверное. Так, вот это сразу справа. Ну ладно, я избу потом сниму, когда будет получше. Печь не буду, наверное, топить. Ну, как бы, что, я тут даже не хозяин. Вообще, да, она тут какая-то странная. У меня что-то чешется где-то справа. Вроде въебал клещ. А здесь что? А здесь шишки хранили, а медведя тут нет. Я херово свечу, конечно же, но, блядь, пиздец, когда еще кто увидит такое? Если кроме как не со мной. Все нормально, блядь. Плохо видно, да? Ну ладно, завтра все сниму. Вот тут что-то экстра, блядь, что-то экстра. Ладно, мне ничего не нужно. Бля, светильник, если вот этот работает, это вообще фантастика. О, рисунки. Нифига, аккумулятор замигал, это знак. Все, я встаю сейчас. Еще подам время клещам, чтобы они забежали, чтобы сюда не затащить. Я попробую где-то воды вот тут, кастрюли, чайники замучу. У меня газовая горелка с собой. В общем, все, сейчас я здесь располагаюсь и отдыхаю. У меня особо нет опыта вождения керосиновых ламп, но вот что-то вроде получилось. Я максимально бережно, осторожно ее запалил. Но, по-моему, там мало керосина. У меня есть бензин для зажигалок, но его здесь использовать ни в коем случае нельзя. Поэтому ладно. Все, я минут 5-7 с ней колупался. Надеюсь, она погорит, мне посветит. Эх, конечно, печку бы хорошо бы, но печь здесь какая-то опасная. Не хочу я ее топить. Ну ее нафиг. Может быть, и сейчас я посмотрю, если ни щелей ничего нет, то может и затопить можно. Но я что-то, конечно, я профессионал, конечно, в топке печей большой, но не знаю, конечно. Ладно, она вот тут поди дырявая, нет, вроде бы. Короче, адский отжиг продолжается. Принес две огромных кастрюли воды и затопил печь, чтобы температура немного поднялась. А нашел там охеренный ручей, такой чистый приток с чистой водой. Вообще здорово, все. Скорее уже сейчас жрать хочу. Сейчас клещи опять все выползут, какие были, пока за водой ходил. И все, и раздеваюсь, переодеваюсь, одеваюсь, тепло. Если будут это видео смотреть владельцы заповедника, то вы как бы знаете, я не враг природе, а друг. Так, горелочка уже навострена. Горелочку я взял для поддержания пожарной безопасности. Собирался на ней готовить, ну, прямо вот перед сном на улице. То есть не костер жечь ни в коем случае, потому что сейчас абзац как порох, все нахрен, зачиркнешь спичкой и поперло. Ну и обычный котелок мой. Все, сейчас сварю две каши и попробую на ночь съесть прям две каши сразу, короче. И у меня останется 3 пакетика. У меня есть только каша, чай, сахар, соль. Все, больше ничего, как-то я... Почему-то я думал, это халявный какой-то маршрут, короче. Ну вот, о, я даже не остановил же вовремя, ёпа-мать. 10:34 было в пути, и сейчас 22 часа. Короче, горелка. Горелка тоже КВ. Но она какая-то самая легкая, короче, у них в линейке с пьезоподжигом. Ну вот, короче. То есть, я вот взял для таких случаев. Ну, в этом году, возможно,
ну, обещать я как бы не могу. Будут походы в высокогорье, в том числе, в каком-то, наверное, где-то, может быть, где просто нету леса, ну, где зона леса отсутствующая. Вот я колуны вот сюда принес, здесь они. И тут, короче, все разобрал, рюкзачел, все. Вот, кстати, спальник Вежа плюс 3. Я его, короче, продаю. Если вот не высветилась табличка, что он продан, я его продаю. Короче, посмотрите, у меня в Контаче есть объява, я его просто продаю. Ну, я хочу другой немного себе, короче. Вот. Так, каталитической грелкой экспериментирую, сушу кроссы. Вот она раскочегаренная, херачит, короче, вот она грелочка, это тоже Кавея. И вот, как бы, засунул ее в кроссовок, чтобы она теплым воздухом херачила. Ну, я берцы, короче, так сушил, она работает 12 часов, за 12 часов, думаю, они высохнут за ночь. Ну, сначала один, потом второй. Так, ну все, кашу кидаю, варю кашу. Почему-то батарейка замигала, странно, ну ладно. Все, вот так примерно выглядит. Каша уже сварилась. Сварил два пакета, свечку одну решил зажечь хозяйскую, кипятится вода на чай сейчас. Сейчас я буду есть. Этот кордон почему-то пустует, ну, видимо, не знаю почему, вонище звериное сегодня чувствовал, 100% был медведь, я же стал еще стучать сразу по ней. Вонь, блядь, я ее ни с чем не спутать, реально, вонь зверья. Вот, так. Что завтра, нет, или сегодня попозже посмотрю расстояние, что там с тропой до реки, вообще есть она или нет, я там не особо понял. Заряжаются аккумуляторы от пауэрбанка, от аккумуляторов 18650 EML, как бы зарядник для аккумулятора, все нормально. Жрать, по идее, сильно хотелось, но вот я понял, что при переутомлении я как бы перестаю хотеть есть. Дистанцию я сегодня прошел, думаю, не меньше 23 километров. Из них десятка, ну, по пиздецу полному, короче. Ну, просто, блядь, абзац. А, ну, тропы, конечно, можно еще несколько выкинуть отсюда. Ну, как бы мне хватило вообще натерпеться. В общем, ну, все это все равно затруднительное, полное, короче, жопа, блядь. Превозмог я как следует. Жопу вообще натер адски. Ну, естественно, из-за трусов и из-за того, что булки, короче, между собой типа трутся. И соль высыхает, и остается крупица эта, которая просто стирает задницу. Поэтому надо сейчас, ну, сполоснуть задницу, пах, короче, вон там вода на печке согреется. Это я всем рекомендую делать, это как бы не зазорно, это заебись, как бы так сделаешь. Ну и нормально должно быть завтра хоть какое-то время. Вот, то есть так просто сполоснуть, все смыть. В керосинке, видимо, нету топлива, она очень быстро перестала гореть. Но обязательно выпью две кружки чая очень вкусного, очень крепкого и сладкого. Это моя мечта сегодня была, последние 5 часов. Я сейчас чайку хлебнул, свежезаваренного вот этого черного. Я не знаю, наверное, меня видно, я даже не проверял, не знаю, как проверить. Вот это сейчас реальный кайф. Вот именно сейчас, вот этот чай, он это пиздец, это божественный напиток. Он, во-первых, я нашел черный хороший чай, чемпион из Казахстана. Пижу не я нашел, а Паша, с которым мы на плотине жгли. Он как бы меня на него подсадил. И теперь почему-то это самое, он закончился, его, короче, негде взять. Ну вот, как бы... Паша все периодически его где-то достает, отправляет мне его почтой. Я его выпиваю, требую еще. То есть там, короче, вот так. И вот я с собой в походы его беру. Я дома его не пью, чтобы его беречь. А вот когда вот жопа у меня вот такая, вот как сейчас здесь, вот это очень в жилу, это прям. Ну вот реально, это не то, что спасение, это вот я когда-то говорил, что надо с собой в поход брать что-то, что тебя как бы, ну как-то греет, короче. Так вот этот чай, этот его вкус, ой, вот это то, что нужно. Как раз то, что нужно сейчас. Ну я что-то, если честно, с собой доволен. Дистанция может и небольшая, но реально, вот ресурса это потребовало до хера, конечно. Что завтра делать? Я как подумаю, я понял одно, что это не та самая, это не Манская тропа, ну это ее фрагмент, но Манской тропы как таковой может не быть. Это вот сюда тропа типа пришла, она, ну, по Манской, вот, и как бы, блин,
И как бы, чё, а есть Манская-то, бля? Я просто подходил там в одном месте попалить, где брод, короче. Там особо-то не ясно ни хрена. И как бы брод есть, идет тропа, не идет. Потом дальше еще в одном месте тоже посмотрел, я не понял, есть тропа, нет тропы. Ну, как бы не все понятно. Просто если тропы нет, и там 13 примерно километров рубилова вот такого, как было сегодня в дебрях, это нереал. Я буду идти целый день. Целый день буду идти, измучаюсь. Меня, наверное, там еще кто-нибудь попугает, потому что там это, воня там медвежья была, ну, как в зоопарке. Блять, реально так и есть. Прям резкий запах. И он, я же как бы иду, нюх не напрягаю нисколько. То есть я как бы не принюхиваюсь, иду, естественно, но он почувствовался. То есть ты когда вот идешь, например, запах тухлятины тебе бах в нос ударяет, ты же его сразу чувствуешь. Но и здесь то же самое. То есть как бы очень острый, острый запах, резкий, короче. Ну, жестко себя снимать. Я, кстати, мне вот в процессе съемки как бы несложно базарить. И я как бы вот, ну, кто-то, например, я думаю, кто пробовал снимать, кстати, очень много всякого шлака в интернете теперь появилось о походах. Ну, реально смотреть, блядь, невозможно. Вы смотрите, что выкладываете, пиздец же. Ну и короче. Так у меня это как бы норма. Я всегда иду пизжу, иду пою песни, о чем-нибудь говорю. Это все делается в том числе как бы для собственного успокоения, для шума, чтобы там зверь слышал и видел. Ну, как бы вот, и это, вот это нормальный процесс, то, что я на камеру как бы базарю постоянно. Там точно так же происходит как бы и в реале, когда я один там где-то нахожусь.